Восхититься талантом горожан. В Сургуте в 17-й раз в истории прошел фестиваль детского и юношеского творчества «Рождество Христово». На сцене театра Сургу выступили более 200 учеников воскресных школ и православной гимназии. Организаторы фестиваля – Сургутское благочиние Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви и городской культурный центр при поддержке администрации Сургута. Фестиваль для воспитанников – это шанс вырасти и в творческом плане, и духовно, еще раз взглянуть на историю, попытаться передать атмосферу происходивших событий. На протяжении всей истории фестиваля, по сути дела, его устроители на протяжении уже столь долгого срока проводится работа по поддержке, по трансляции традиционных духовно-нравственных ценностей. Здесь важно заметить, что 9 ноября прошлого года, пожалуй, впервые в новейшей истории нашего государства президентом Российской Федерации был принят указ об основах государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. И, конечно, вот сегодняшнее мероприятие – это один из значимых шагов, этапов по воплощению этой концепции, этих основ на территории нашего города. Фестиваль, замечательный фестиваль «Рождество Христово» в Сургуте дает нам возможность еще раз восхититься талантом наших ребят, наблюдать еще раз историю торжества добра и разделить все вместе в такой дружной семье радость этого замечательного, любимого праздника. Юные сургутяне традиционно представили гостям свои выступления в номинации «Театральное искусство», «Певческое искусство» и «Хореография». В фестивале приняли участие представители 5 воскресных школ, приходов храма в честь святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, прихода храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, прихода собора Преображения Господня, храма в честь великомученика Георгия Победоносца, женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Умиления, а также ученики православной гимназии во имя святителя Николая Чудотворца. Фестиваль «Рождество Христово» в Сургуте – это очень давняя традиция. Ну, практически это уже третий десяток лет, когда мы объединяем все воскресные школы города Сургута на одной сцене. Это особенно стало важным, что за последние 10 лет количество приходов в городе Сургуте удвоилось, соответственно, количество воскресных школ. И, ну, хочется, чтобы дети, они не только, как говорится, солились исключительно на своем приходе и в рамках концертной деятельности своего прихода, но показывали свои умения, свои возможности, свои костюмы и для всего города. Тем более мы понимаем, что дети воскресных школ – это дети наших школ города, не только православной гимназии, но и общеобразовательных учебных заведений.